Президент Садыр Джапаров сегодня принял участие в открытии новой средней общеобразовательной школы номер 73 в микрорайоне Тунгоч, одной из 15 школ, построенных в текущем году на средства республиканского бюджета в столице. Глава государства в торжественной обстановке перерезал красную ленту и осмотрел новое трехэтажное здание, рассчитанное на 550 ученических мест. Президенту показали учебные классы и мастерские, спортивно-актовые залы, столовую, лабораторию и другие помещения. Дети выразили благодарность главе государства за строительство современной школы с хорошими условиями для учебы. Также президент Садыр Джапаров побеседовал с учителями и родителями учеников, подчеркнув, что всего за один год государство построило 15 школ в городе Бишкек, что стало возможным в том числе и благодаря средствам, полученным от борьбы с коррупцией. Отметим, что сегодня с участием президента Садыра Джапарова состоялась презентация новых учебных заведений, построенных в городе Бишкек в текущем году. Впервые в нашей столице за 5 месяцев построено и сдано в эксплуатацию 15 учебных заведений. Подобного еще не случалось. Но это нельзя назвать чрезмерным хвастовством. Я имею в виду, что данные школы – яркое свидетельство того, что государство стало уделять серьезное внимание сфере образования. Ведь, не говоря о регионах, даже в классах ряда столичных школ учатся по 40-50 детей, что заставляет задуматься. Сегодня руководство страны демонстрирует всестороннюю поддержку представителям данной важной профессии. В связи с этим, в первую очередь, повышены заработные платы для правильной оценки работы учителей. А следующим шагом стало строительство школ. Также мы активно начинаем проводить ряд реформ в системе образования в целях стимулирования поступления в ведущие учебные заведения мира. 16 миллионов сом кошмчевердик.